Они же предлагали мне, предлагали поработать на них, я отказался. Научи наших летчиков летать, я отказался. А видя их интерес к самолету, давай их убеждать, что самолет стоит на жаре под 50 градусов, значит, масло на шарнирах обтечет, в двигателях загустеет, закоксуется, двигатели выйдут из строя. Мы приемники, на приемнике воздушного давления чехлы не поставили, потому что стремянок таких не было, чтобы дотянуться до них. Вот, значит, забьются, небо пыльное. Ну, выйдет самолет из строя. Они, а если вам самолет нужен, а что делать, спрашивают. Если вам самолет нужен, то нужно техработы делать, консервацию самолета, все. И вот они часть экипажа стали возить в 2-3 месяца раз на техработы. А весной, когда сменился, остальных заложников оставляли в тюрьме в этой. А весной, когда сменился начальник тюрьмы, то он повез нас 10 июля первый раз на самолет. Значит, мы в наглую пошли в этот автобус, он никого в заложниках не оставил.